незаметна, потому что легка, как дымка. А может, есть она чистая выдумка? Может, все, что про нее пишет? Душа страдает, душа ликует. Все это ложно. Но дело не в том, что может быть или не быть, а в том, что быть должно. А душа быть должна. Хотя может и не быть, как встречаются холостяки, в то время, как у всех прочих, есть жена. Что-то воздух какой-то. Кривой. Так вот, выйдешь в одном направлении, а уходишь в другом направлении, да и не вернешься домой, а бывает вернешься, бог мой, что-то дом уж какой-то кривой. И в другом направлении направлен. Так во всяком безобразии что-то есть хорошее. Вот герой народный Разин, царь княжной брошенный, Богу бросил ее Разин, тот живой Персии. Так посмотришь, безобразие, а красиво, песенно. Переехала на пару дней. Вот я представляю ей. Это кухня, туалет, туалет, это мыло, это ванна. А вот это тараканы. Тоже временно живут. Мама молвит, не уверена. Правда временно живут? Господи.
Да все мы временные. Чай-чай.
несется поземка по степям необъятным российским. Вымерли! Вымерли все наща! А кто они? Кто они? А кто они? Вымерли все на и. А кто они? Кто они? А кто они? А кто? А кто они? Они-то кто? Они! Они кто? Они-то кто? А кто? Глядь, уж новая лежит.
Ну какая ж тут свобода? Мне б до старости б дожить. Правда, можно и не мыть. Только тут приходят разные. Говорят, посуда грязная. Где уж тут свободе быть? Свет зажигается. Страшный налет на мирное население. А кто налетает? И кто это бьет? Вечером, в воскресенье. Я налетаю, и я это бью. Скопище тараканов, подземные песни пою. Воду включаю из крана. Для битвы
поле предоставил, вокруг деревьями уставил, где кустарником обставил, травой мягкой застелил, букашку мелкой населил. Пусть будет все, как я представил. Пусть все живут, как я заставил. Пусть все умрут, как я заставил. Так, победят сегодня русские. Ведь неплохие парни русские. И девки неплохие русские. Они терпели много русские. Терпели ужасы не русские. Так, победят сегодня русские. Что будет здесь, коль уж сейчас земля крошится уж сейчас, и небо пыльно уж сейчас? Породы рушатся подземные, и воды мечутся подземные, и твари мечутся подземные, и птицы, вороны наземные. А все ж татары поприятней, и имена их поприятней, и голоса их поприятней. Хоть русские попрятней, а все ж татары поприятней. Так, пусть татары победят. Отсюда все мне будет видно. Татары, значит, победят. Они? Татары, значит, победят. Татары. А впрочем, завтра будет видно. А там и гости не пришли. Случайность вроде бы казалась, а нет, такие дни пришли, к которым мы так долго шли. Судьба во всем здесь дышит явно. Ольга Полисова.